Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы сегодня играем в замечательную игру «Танки» под названием «Танки». Блин, а я не помню, «Танки» она называется или нет. Но походу «Танки». Да, ну короче, у нас здесь задание. Ох, нифига, шлем у меня оторвался. У меня здоровья-то очень мало у Скорпиончика. Но, к счастью, у нас есть созерцатель. Наш, кто там, главарь, босс, которого мы сейчас уничтожим быстренько. И нам дадут этот самый ремкомплект. Давайте. Есть, 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 есть. Нам нужен ремкомплект, который нам нифига практически не помог. 3% нам дал. Эх, ладно. Идем побеждать, но мне кажется, сейчас нас уничтожат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 назад. Назад. Сейчас мы... Блин, мимо. Мимо. На тебе. Все, уничтожили. Идем дальше. 2000 монет у нас даже практически нету. 1900 монет. Ладно. Надеюсь, мы подзаработаем побольше монеток. 37. Сколько? 58. 37, 1640. Ну, блин. 20 монет дали, да? Где-то, или 19. Ну ладно, за одного летающую тарелку нам дают 19 монет. Неплохо. Очень даже и неплохо. Может, маловато, конечно, ну ладно. Сейчас вот это я уничтожу. А за дрона нам, кажется, 20-ку дают. Сейчас мы это узнаем. Да ты чё, гад, мне не даешь себя уничтожить, а? Иди сюда. Давай, на. На. Ах ты, вонючка! Она меня сейчас... Так, подожди, у меня есть ракеты. О, блин, ракеты мимо пролетели, как так? Да какая она сырная. Слушай, это как муха. 6. Блин, 20. 60, 70, 80. Нифига себе, 21 монету дают. Блин, она такая настырная была, вот этот дрон, как муха, которая у меня жила... Дня 4 точно. История про муху, слушайте. А, у меня уже погода, естественно, осень. Холодно, мухи на улице не летают. Они закончились. О, нет, не взорвись, блин. И какая-то муха, зараза, прилетела у меня на кухне и там начала жить. Ну, мухи, естественно, они любят жить в помещениях, в квартирах. А прикол, что у меня есть хлопушка. Ну, что-то она такая как-то странная. И либо давно я не пользовался хлопушками. Я ее не мог убить. Хлопнуть. Бегал я, короче, целый день за ней. Целый вечер. На следующее утро бегал. Она сядет. Я хлобысь, блин, мимо мажу. То как так? Ну, так она у меня стала жить. Не мог я ее убить. 4 дня. Но все-таки на четвертый день убил. И знаете, как я ее убил? И почему убил ее? Потому что у меня стоял стакан с кофе с молоком. И я заметил, что она сидит и его пьет. Угу. Блин. Ну уже такая наглость. Ну, как ты сидишь, пьешь мое кофе? Блин, это жесть какая-то. И я ее споймал голыми руками. Вот так вот. Хлобысь. Споймал ее. Ту муху. Мне было ее жалко, по правде. Я ее убивать не хотел. А, но уже когда она начала кофе пить мое... Не, ребятушки, извините. Она всегда летала за мной, да. Я пойду на кухню, она за мной. Ну, короче, я ее споймал. И со всей дури... Шлепнул ее о пол. Она мне в кулаке сидела. Я ее пол шмякнул. Естественно, она потеряла сознание на некоторое время. И в этот момент, когда она лежала и дергалась в конвульсиях, я ее убил тапочком. Да, просто на нее наступил. Я себя чувствовал в это время, как будто я этот самый кунг-фу. Кунг-фу. Каратист. Да-да. Джеки Чана вспомнил. Потому что реально я за ней 4 дня гонялся за этой мухой и не мог ее убить.
И наконец-то я убил. Ну, пришлось бы ее убить в любом случае. Ну, муха в квартире. И главное, я открывал окна. Я открывал балкон, чтобы она вылетела. Понимаешь, чтобы ее не убивать. Нифига подобного. Она не хотела никуда улетать. Сидела у меня в квартире. Ну ладно, убили да убили. Ничего страшного. О, сколько у меня монет-то? 2147 монеток. Ладно, продолжаем играть, ребята, в эту игру замечательную. Если вам игра эта нравится, и вы хотите смотреть продолжение этой игрушки, то обязательно ставьте палец вверх, лайк, то есть, да, под видео. Ну и, конечно же, подписывайся на канал. А лучше передавай приветы. Каждый комментарий я читаю, но приветы я тоже передаю вам приветы. И подпишу, и поставлю лайк обязательно. А, в следующем видео даже вам передам привет. Вот кто мне напишет под этим видео. Вот, ну, тогда заканчиваем сегодня эту игру играть. Поиграем в какую-нибудь другую. Но я с вами прощаюсь и не прощаюсь. Потому что я знаю, вы сейчас включите какой-нибудь другой ролик смотреть. И там буду снова я. Да, уничтожили меня. Ладно, всем пока-пока.